программа «Земский доктор» в России действует с 2012 года. И за это время только в Чувашии ряды сельских врачей пополнили более 400 выпускников медицинских факультетов. По условиям программы, молодой специалист, приезжающий работать в деревню, получает подъемные 1 миллион рублей для строительства жилья, либо приобретения готового. Наиспеченный доктор должен работать минимум 5 лет. Что происходит потом? Много ли желающих принять участие в программе? И какими соображениями руководствуются выпускники-медики? Расскажем на примере Красночитайской районной больницы, где побывала наша съемочная группа. В Красночитайской районной больнице работают 37 врачей и больше половины – новые кадры, приехавшие в течение последних 7 лет. Главный врач гордится своим молодым коллективом и доволен тем, как работает программа «Земский доктор». К нам приехали на сегодняшний день, вот за 7 лет, 26 врачей. Некоторые по обстоятельствам семейным, с отработкой, 6 врачей уехало. На сегодняшний день 19 врачей работают. И сейчас ожидаем еще одного врача, врача-анестезиолога. Но многие вот из тех, которые отработали 5-летний срок, остаются. Вот, а остался у нас врач-терапевт, врач-анестезиолог остался. Врач функциональной диагностики в Красночитайской больнице тоже есть. Свои подъемные Татьяна Кочеткова использовала как первоначальный взнос за квартиру в Чебоксарах. Но переезжать в столицу не спешит. В Красночитайскую больницу я приехала 2013 года после окончания интернатуры. Сразу же мы заключили договор на 5 лет по земскому доктору. На данный момент договор у меня уже закончился, но я планирую и остаюсь в этой же больнице работать, потому что мне здесь очень нравятся условия работы, коллектив работы. В свободное время, точнее после работы, мы всегда занимаемся спортом, ходим в ФСК, на волейболы, бассейн, тренажерный зал. Татьяна и ее сестра из медицинской семьи. Их мама тоже врач Красночитайской больницы. Возможно, со временем здесь появятся новые династии. Их вполне могут основать сегодняшние молодые специалисты. Ведь, как совершенно справедливо заметил хирург Павел Никитин... Здесь работают, потому что работа хирурга ничем не отличается что от города, что от села. Елена Гальперина, Алина Сусметова, Валерий Резяков, Республика.